Совещание в понедельник доведу, принят советником главы города по градостроительной политике на общественных началах Владимир Геннадьевич Лебедев, опытный специалист в градостроительстве, и также будет за этим объектом наблюдать, контролировать вместе с УКСом. Также вопрос от него прозвучал о том, что необходимо также работать по фасадам. Какова ситуация у вас? Сейчас ведем подготовку для того, чтобы закупить материалы и специалистов. Там штучные специалисты, там не так просто, ни каменщики, ни То есть тоже есть вопрос, над которым надо работать. Когда мы должны фасады все сделать на доме? Ну, то есть, я так понимаю, момент ввода уже, да? Момент ввода, конечно. Поэтому попрошу к следующему штабу, чтобы четко уже вы приняли решение, с кем, с какой организацией доложили, будете работать по фасадной части. Понятно, да? Все, следующий четверг также под протокол, под суд пометить. И отметить, и вы, пожалуйста. Значит, тоже к следующему штабу четкое решение, когда, что за организация приступит к этим работам. Понятно, да? Все, Владимир.